честь предстоящего праздника Дня матери в медицинском колледже прошел праздничный концерт. Гостям стали не только мамы. Большой праздник студенты устроили ветеранам и детям войны. Какие сюрпризы ждали гостей, расскажет Мария Кузьмичева. Начало всего – жизненный маяк и пример для подражания. Для Кристины Фалилеевой мама занимает важное место в жизни. С трепетом она относится и к пожилым людям. Вот уже несколько лет студентка занимается волонтерством. Как признается девушка, петь для ветеранов и детей войны для нее особенно важно. Это правда очень здорово, когда ты видишь лица людей, и они искрятся счастьем, радостью, и даже ты видишь на их глазах слезы. Это правда великолепно. Члены местного объединения «Дети войны» – постоянные участники подобных мероприятий. Для них особенно важно, что их вспоминают не только в День Победы. И сегодня мы пришли с небольшим таким десантом из наших детей войны и женщин Подмосковья. И неожиданно увидели, что здесь просто замечательный праздник. Гости вечера получили заряд радости, а учащиеся колледжа – приятные сюрпризы. Во время концерта люберецкие депутаты вручили волонтерские книжки самым активным студентам-волонтерам и наградили лучших преподавателей колледжа. Я думаю, состоялось. Дети счастливы, мы счастливы, получатели социальных услуг счастливы. Молодежь надо воспитывать вот это вот уважение к старшему поколению, ветеранам. Мне кажется, чтобы это вот передавалось вот традиции. Материнство, так же как и волонтерство, неотъемлемая часть жизни многих. На концерте прозвучали самые добрые пожелания тем, кто воспитал не одно поколение. Организаторы мероприятия обещают сделать День матери в стенах медицинского колледжа традиционным. Мария Кузьмичева и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.